Значит, мы сначала учимся с вами танцевать. Давайте, повторяйте за мной. Молодцы, мои хорошие. Мои вы умнички, мои сладкие. Теперь крутимся попочкой. Давайте вот так вот, показывайте мне попочку. Мои хорошие, всем привет, рада видеть вас на канале Селькафлей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в симулятор козла и продолжаем творить тут безумие в анхонале и тому подобное. Короче, я подумала, что так как я в прошлый раз не смогла разобраться до конца с оставшимися заданиями, мы оставим их с вами на сладенько. То есть у нас остался с вами чей-то нос, джем с бардом, братские шалости, катила и поиски мерча. К этому мы с вами вернемся попозже, а пока давайте пойдем в какую-нибудь новую локацию, потому что, ну, чё мы, собственно, с вами будем на одном и том же с вами месте, собственно, оставаться, если вот у нас не идет, да, то вот не идет. Пойдемте с вами лазать вот здесь вот в каком-то новом мире, я так понимаю, что это, ой-ой-ой, что-то меня жмыкнуло немножечко. Так, давайте вот тут какие-то вот у нас интересные такие миры, косые переулки или типа как-то так оно называлось. Короче, вот мы с вами приехали в какой-то захудалый городишко. Тут он лошадки какие-то, машинки ездят, короче, прикольно. Тут какой-то вот городишко прям прикольно. А можно как-то сюда пробраться, нет? Здравствуй. О, мужик-козел. Он мне не отвечает? Слушай, это город козлов. А они мне не отвечают. Слушай, козлиный город. Это так здорово. Мусор. Ой, ё-моё. Не надо было бодать мусор. Так, в следующий раз так больше делать не будем. А это что такое? О, мы нашли с вами трещину. Я ничего не понимаю, что происходит. Что? Ой, это я сделала? Господи, толчки повылетали, ё-моё. Мало того, что меня током долбануло, так еще не пойми, что произошло. Слушайте, козлиный город. Ничего себе. Ничего себе, настоящий козлобород. Не, угонять транспорт мы не будем. Вы рисуете здесь козлов, да? Уй. О, статуэточка сюда она. Вот так вот статуэточку забрали с тобой. Так, ну что-то как-то тут это в этом козлином городе относительно спокойно. Тут какой-то козел. Параллельная парковка. Что ты хочешь? Воу-воу-воу, вы видели? Пожарная машина появилась ниоткуда. Тут в последнее время много странно происходит. Сейчас за частоту парковки, но водительские права у меня нет. А вот у тебя по всему, видимо, права есть. Можешь представить пожарную машину в эту желтую зону? Давай. В какую желтую зону? В эту? А, и все, что ли? Давай, сейчас. Сейчас. Так, она как-то поместится сюда? Же, ты уверен, что она сюда поместится? Слушайте, я думаю, ее надо вбодать. Смотри, мы должны выйти и ее забодать. Пойдет так? Бляха. Насколько нормально? Нормальная парковка? Читаю, такая парковка и должна быть. Ай-яй-яй. Ё-моё. Что-то как-то неудачная параллельная парковочка-то вышла. Слушай, ну я не могу сказать, что это просто. Ай. Давай, бодай ее. Оп. Слушайте, тут, конечно, надо подрочиться. Так, если я оставлю ее вот так, смотри. А теперь вот так тихонечко. Так, оп. Теперь так, оп. Так, так, так. Во-во-во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во. Так, если я сяду. Так, мне ее надо как-то пропихать, пропихать. Если я ее пропихаю. Еще? Ну, не-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 не. Давай, давай. Оп. О! А? Ну, хорошо же. А тютелька в тютельку. Ну? Если говорю, это было на изи-пизи. Так, полетели. Ой, хорошо, как, ой, как хорошо. О, козлиная моя штучка сюда, к мамочке. Так, 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 так. Слушайте, ну мы можем пойти прыгнуть под рельс, конечно. Я понимаю, что это не выход, но как будто бы нам надо сюда с вами забрать. Забрать нашу вот эту вот козлиную штучку. Козлиную статуэточку, но она же нам с вами нужна очень сильно. Так, поднимаемся здесь. Опа.
Какая прекрасная расслабляющая здесь мелодия. Меня так вдохновляет. Опа, тут какое-то задание мы нашли с тобой. Так, а что у тебя за задание, мой хороший? Йоу, как жизнь? Если тебе здесь налан не занимает, до меня недалеко. Привет, вам безумно... Что? Начать курс для начинающих. Соберите goat. Это что такое? А, то есть я должна собрать просто имечко и все? Хорошо. Давайте соберем. Попрыгаем с ним по крышам. Я прыгаю по крышам, собираю шиши. Ой-ой-ой, я тут прям надо это, смотри. Так, а без разницы, да, сколько я буду это говно собирать? Опа. Опа. Так, ну, пока ничего сложного. Пока вообще, типа, ну, это, типа, это для лохов. Это для ложков, петушков. Я ж, типа, из этих. Опа, ну, good. Так, туда нам надо. Туда. Опа. Хорош. Ай. Бляха, я, кажется, застряла. Застряла, Наташка. Привет, козлиная жопа. Здрасте. Good. Так. Ну, я пока не думаю, что нам надо сюда. А где буковка Т была? А, она там позади была, да? Ну-ка, подожди, давай-ка в телепорт. Оп. Упс. Чиш, куда ты? Иди ж, писай, иди ж. Ладно. Нормально. Нормально. И все? Так, и что? Я собрала. А что не так? А, я... Подожди, а почему не так? А что? Я ж собрала. А как? Подожди. Может быть, я какую-то букву не так собрала? Подожди. Г. Может, определенные надо? Г. Ну, а что не так? Не поняла. Так, а что не так? Я, по-моему, все то же самое сделала, нет? Слушай, ну, видать, какое-то определенное должно здесь быть, не знаю, последовательность. Может быть, я что-то не так сделала. Не знаю, но мне показалось, как будто бы я все сделала точно так же. Слушай, какая-то странная фигня, если честно, хочу вам сказать. Меня что-то как-то... Ай, да что ж ты будешь делать? Что же за такая штука? О, это что такое? Фотосъемка, новое событие. А что надо сделать? Позируйте для фото. А, просто позировать? Так, ну давай сейчас. Я умею позировать. Сейчас, подожди. Так, позируем. Поклонились. Попочку. Хорошая? Так, теперь ходьба. Вроде бы он меня фоткает. Сфоткала. Мне кажется, ему нравится мою попку фоткать. Как будто бы да. Ты не фоткаешь. Внимание. Он меня не фоткает. Он меня не фоткает. Он меня не фоткает. Да, у меня очень мало вопросов к тебе. То есть, наоборот, очень много вопросов. Ты вообще ничего не хочешь делать. Он какой-то странный, Билли, понимаешь? О, галактический мех. Я теперь галактика, детка. Детка, я галактика. Здравствуйте. Можно открыть, пойти башню. Ой, там что-то козла долбанула с леденца. Ну, ничего. Ой. Меня фура сбила. Здрасте, как дела у вас? Детская школа какая-то. Полиция, милиция. Что тут? Год симулятор. Прикол, прикол. Так, ну что-то тут у вас как-то это, ничего интересного. Пойдемте в детскую школу. Наведем суеты детской. Деточки. А ну-ка, деточки, пустите козлика к вам в гости. Что тут у деточек? Что-то как-то у деточек тут слишком все спокойно, вам не кажется? Здрасте. О, давайте прокатимся. Может быть, будет славненько. Ну-ка. Не дали мне прокатиться. Так, выбиваем в трещину. Вон, шарики для деток повылезали. Я считаю, круто. Детки теперь смогут здесь играться хоть. А то у них какая-то тоска зеленая была. Так, школа детская. Опачки.
Сейчас мы тут с вами что-нибудь... Ой, мои же хорошие! Учитель на замену, новое событие. Воспитайте следующее поколение. Так, дети, смотрите. Значит, мы сначала учимся с вами танцевать. Давайте, повторяйте за мной. Молодцы, мои хорошие. Мои вы умнички, мои сладкие. Теперь крутимся попочкой. Давайте вот так вот, показывайте мне попочку. Пока они только научились танцевать. Так, попочкой, попочкой, мои хорошие. Вот так вот, давайте все попочкой. Попочкой, попочкой, попочкой. Трясете попочкой. Давайте попочкой еще раз потрясли. Же, может быть, наоборот, вас вот так вот к вам лесом. Давайте попочкой повернулись, так вот попочкой. Деточки, ну вы не все это делаете. Так, хорошо, давайте обморок. Же, они не все повторяют обморок. Научите их языку. Хе-хе-хе-хе-хе, научите их обмякать. Так. Научите их танцевать. Так. Танцуй сколько хочешь, выбирай кого захочешь. Танцуй сколько хочешь, танцевай. Та-та-та. Научите их второму языку. Второму языку? Вот какому? Доведите навык обмякания до совершенства. Покажите им документалку. Сейчас покажу. Ой, а, я теперь козлик, господи, я теперь маленький козлик, я теперь маленький малыш, ой, какая прелесть, вы только посмотрите на это, я теперь реально малышок, какая красота, это что такое, это тот самый осколок, который нам нужен, ой, нифига себе. Нифига. А это вообще законно? То, что сейчас произошло? Слушайте, я теперь маленький козленочек. Какая-то стройка опять непонятная у нас тут. Обзавелись. Не пойми чем. Уи-ху. Ля, ну приколдес, приколдес. Так, ну я пока не совсем понимаю, куда мне идти дальше. Я пока маленький козлик, уютная печка. Извините, пожалуйста. Я просто перенервничал. Утраченные реликвии. Это что вы мне предлагаете? Найти что-то? А, какие-то найдите реликвии. Найдите неизвестные места для раскопок. Вот это неизвестные места для раскопок? Кристалл агат обладает. Ну, что-то как-то я не знаю. Найдите неизвестные места для раскопок. Но это же в этом радиусе, я так понимаю, надо мне найти какие-то места для раскопок. Вот это оно? Ого, это что такое? Жвачка. Фига, прикол. Так, я теперь знаю, что искать. Мы теперь должны с вами найти какие-то штучки-вонючки. Какие-то такие непонятные... Так, ну давайте раскапывать, чё. Я так понимаю, мы ищем их где-то здесь все. Так, тут он подал динамит. Надо с ним быть осторожнее, чтобы меня не подорвало. Так, ну, сейчас мы найдем тут ваши... А, может быть, вот здесь что-то у нас? Ну-ка, давай-ка раскопаем. Не? Не копается? Я думала, может, копается. Может быть, сейчас я как раскопаю? Здрасте. Так, ладно. Ой-о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 й
Я не могу это раскопать. Оно не раскапывается. Это что такое? Выбежали какие-то козлы? Что за козлы-спортсмены тут бегают, а? Да, эти же пассатижи. У меня не получается зацепиться. Я пыталась зацепиться. Я хотела все делать. Да кто-то мяукает. Пиукает вот это вот. Слушайте, а в каком радиусе искать вот эти вот неизвестные раскопки? У меня пока больше вопросов, чем ответов, где искать эти ваши раскопки.
Но как будто бы тут их больше нету. Вот мы только одну нашли. Может быть, они в разных местах? Потому что, скорее всего, они в разных местах, я так понимаю. А может быть и в одном. В любом случае, давайте мы пока с вами работаем по методике. Исследуй, кайфуй, вот это вот все смотри. А то, что хочешь найти, найдешь потом. Правильно? Ой, что-то какое-то... Тут какая-то непонятная это, канитель такая, смотри. Ой, какая, ой-ой-ой, что это такое? Я разбил стекло. Я ломал... А там уже какие-то радужные... Не, мы пока на вот этих, да, всех... Ой, ой-ой-ой, это где я вообще? Ёшки-матрёшки. Так, а вот этот вот я выбивала, давайте выбьем его. Выбиваем все разломы. Ух ты, какой шарик. Ё-моё. Так, я, кажется, кого-то убила только что случайно, сама того не ведая. Кому-то случайно что-то проставила. Так-так-так, давай забирайся, забирайся, забирайся. Так, и что это здесь у нас? А-а-а, слышу. Опа. Тут какой-то другой телепорт. Вот так вот. Тыковка, тыковка, таковка. Ну, пока раз телепортики есть... Ой, я что-то поджёгся, здрасте. Рьяная растительность, новое событие. Скосить траву, пока она не выросла. Давай, скосим траву. А я не могу ее сжечь просто, и все. А, она видишь, что делает? Ой. А куда улетела-то газонокосилка? Газонокосилка улетела. Ё-моё. Улетела газонокосилка. Ну все, она теперь никогда сюда не вернется. Ладно, мы сюда как-нибудь потом с вами, да? Главное, что мы нашли, а остальное не важно. Да как я так не достала-то, ёпты. Косите траву, пока она не выросла. Да я пока не могу ничего из этого сделать. Я просрала все, понимаешь? Я все испортила. По классике просто, молодец. Да и тише писать. Давай вот так вот. И раз, два, три. Опа! Да ладно, серьезно? Ой, 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 ой. А что будет? Меня в телепорт-то пустит? Эх, меня не пустило в телепорт. Меня не пустило в телепорт. И раз, два, три. Раз, два, три. Да ладно. Нет! Ну! Куда? Ой, блин! Не, ну это трындец. Я не знаю, это очень сложно все сделать. Вы что, с ума сошли, что ли? Блин, ну трындец. Тут вообще все неуправляемое. Вы понимаете сами вообще, что вы тут творите? У меня даже не получается войти ни в какие щелки, телепортики. Так, а тут что-то произошло. Какая-то липкость. Клининг прогресс. Ну, сейчас я как вам помогу с вашим клининг-прогрессом, офигеете. Ой, мне кажется... Ай, 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 меня полицейский пытается... Ты куда ты меня понес? Отпусти меня, куда ты меня понес, скотина такая? Слышь, он меня там пытался поймать, негодяй, ай. Ты вообще, ты знаешь, кто я такой? Да я местная знаменитость вообще-то. Это ты тут никто вообще, ты вообще кто такой? И как вообще посмел этого... прекрасного козла вообще в руки взять, а? Понимаешь, ты вообще знаешь, кто я? Да-да-да, это я. Я тут самый главный козел на районе. Да, бегаю как этот, как умалишенный, куда-нибудь хочу залезть. Я просто пытаюсь понять, в какой стране мы с вами были, а в какой стране мы не были. Вот в этой стране мы как будто не были еще. Вот тут какая-то гоночка, можно видать, на машине что-то интересное сделать. Я не понимаю, где вещи здесь.
Вроде бы мы должны с вами найти какие-то вещички здесь, а что-то как-то вещичками-то тут и не пахнет, хочу вам сказать. О! Смотри, там два козла. Вот один козел. Вот второй козел. Ну... Ну... Ну ты что? Заюш. Ну ёпты. Ну етишь, псатижи. Ну что такое? Что такое? Вот, теперь сюда. Давай, давай. И раз. Да куда ты в головой-то своей? Да куда ты головой своей? Не надо. Голову держи. Вот так. Хорошо. Так. Давайте думать, куда дальше. Дальше, я думаю, надо скользить. Уиху! Читая секси вообще, прыгнули хорошо. Так, это что такое? Это раскопки? Или это что? Что, голубиные говняшки? Ладно, пока живем. Опа! Мы дошли с вами до козлиной башни. Что, давайте синхронизироваться, раз уж на то пошло. О, мужики посыпались. Ладно, давайте синхронизируемся с башенкой. Раз уж мы с вами до нее дошли, откроемся козлиную башню. Слушай, ну тут такая локация, хочу сказать, здоровая. Но, справедливости ради, вот эта вот египетская, ой, египетская, римская, мне больше понравилась. Это, конечно, красиво, но как будто бы немножечко не мой вайб. Это город поклонения козлам. А это что такое? А ну-ка мне сюда надо. Опачки, опачки, секретики нашли, шапку какую-то себе. Доктор Пилгар, это я, у меня теперь есть лысинка. Здравствуйте, снимаем с вами телевидение, доктор Пилгар, новое событие. Так, ну что ж, давайте, кого? Хотите, чтобы я... Ты что делаешь? Сядьте и послушайте, дайте совет. Да, подожди. Сейчас, вы садитесь, пожалуйста. Так, а я как доктор... Я сажусь. Мне сказали вас слушать. Давайте, я сегодня ваш психотерапевт. Давайте, я слушаю. Что вы там хотели мне сказать? Вылечено людей. Так, и где я, кого мне надо лечить? Может быть, мне надо сесть вот сюда? Давайте. А, да, смотрите-ка. Садимся. Давайте, я выслушиваю человека. Он говорит, как ему плохо, я делаю мея. Вам нужно отрезать крайнюю плоть. Ой, это я его так вылечил? Неплохо. Так, следующий. Давайте, я вас тоже вылечу. Ну, видишь, я всех лечу. Я доктор. Настоящий. А мы прям всех будем, да, в утиль отправлять? Ну, на самом деле, простой такой совет. Вот мы и посоветовали. А это что за кнопка? Опа. Подойдите к разлому, чтобы войти. Да, ну не надо, подожди. Какой разлом? Разлома пока не надо, у нас пока без разломов. Я пока так изучаю, что тут интересненького есть. Ой, как хорошо летим. Ой, как хорошо летим. Ой, как хорошо тут. Тут прям такие крыши уютные, прям такой паркур. Опа. Пацаны. Чё, кого, сучки? Играете здесь, да? Чё, меня не позвали? Тут как-то у вас тут... Он выгуливает своего человека. Видишь, какой? Правильно, правильно. Главное, чтобы какашки убрал за своим человеком. А то не уберете с какашки за своим человеком, и все. Потом люди будут жаловаться, что вот, какашки, вот это вот. Там была телепорточка. Там была телепорточка, я ее не увидела.
Я реально не видела. Human daycare. Опа. Выгул человека. Так, так, так. Выгулите человека. А как мне выгулить человека? Схватить поводок. Куда? Что ты делаешь? Ой-ой-ой, человек. Ё-моё. Вот это дикий у вас человек. Так, 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 так. Ёшки-матрёшки, куда ты меня повёл? Господи. Ни хрена себе, куда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, боже мой, капец. Какой дикий неуправляемый человек. У меня человек сбежал. У меня человек сбежал. Человек, стой! Он сбежал. У меня сбежал человек. Блин, ну пусти, у меня человек сбежал. Он вернулся на место? Блин, надо еще раз. Я так понимаю, мне надо проделать весь путь. Весь путь! Ладно, он меня будет тащить. Может быть, надо, чтобы у меня был супер толстый персонаж, он меня не мог так волочить? Или наоборот, не надо, чтобы он меня проволочил весь путь? Да, непонятно, что делать. Ну ладно, разберемся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, скоро с вами увидимся. Всем пока.